Много фигуристок из различных регионов России мы видим на этапах гран-при. Вот и сегодня Тульскую область представляет Екатерина Анисимова, спортсменка, которая уже каталась в нынешнем сезоне на втором из московских этапов и на четвертом по счету. Так же, как и Вероника Малышева, Екатерина Анисимова показала восьмой результат. Тренируется под руководством Ирины Назаровой и консультируется с Натальей Бестемьяновой, олимпийской чемпионкой 1988 года. Звучит же «Болеро» Мариса Равеля в короткой программе Екатерины Анисимовой. Екатерина Анисимова и ее интерпретация «Болеро» очень необычная, я бы сказал, потому что «Болеро» одна из любимых тем в фигурном катании. Каких разных мы только не видели интерпретации этой музыки в хореографии. Но здесь такое игривое, скоростное, молодое, задорное катание. Я считаю, что большущая молодец, потому что очень чисто, хорошо выполненные прыжки, с хорошим настроением, на скорости каталась. Поэтому только похвала. Замечательно. Ну и действительно, несмотря на такую, казалось, не очень привычную обработку «Болеро», эта программа здорово смотрится и от бортика, и с трибуны. Очень мне лично по душе тот факт, что сейчас на трибунах, во всяком случае на основной трибуне, практически нет свободных мест. Ну и на трибуну противоположную той, где располагается судейская бригада, тоже постепенно на нижнем ярусе трибуны заполняются, и на торцевых трибунах тоже мест почти не осталось. Я пытался узнавать, сколько билетов осталось в кассах, и вот по официальным данным, за день до начала соревнований на короткие программы билеты еще были, где-то, наверное, около 700-800 билетов оставалось на сегодняшние соревнования, а вот на воскресенье около 400 билетов еще было не распродано, из 5000, считаю, это очень приличный результат. Ну и смотрю на баллы, которые получила Екатерина Анисимова на сочинском этапе. И там у нее за
Короткую программу было 53 с небольшим, а сейчас она здорово добавила и может рассчитывать на более высокую оценку. Во всяком случае, сама спортсменка довольна и есть от чего. 60 с лишним баллов она получает. Она сейчас перемещается на вторую строчку вслед за Ксенией Синицыной. И уже совсем скоро мы с вами увидим выступление Анны Фроловой, Софьи Муравьевой и Лизы Туктамышевой. Не пропустите.